Шеф-повар Максим Григорьев. Суп рыбный из минтая с луком. Этот легкий и вкусный рыбный суп с добавлением лука очень понравился нашей семье. Готовится достаточно быстро и подходит как взрослым, так и детям. Единственный минус этого супа, или это просто мне лук попался такой злой. При подготовке и нарезке всего этого количества лука пришлось всплакнуть. По этой же причине, хотела и сам суп назвать «Горе луковое». Но потом решила, что все-таки такое название затмит все вкусовые качества этого замечательного супчика. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Вода 700 мл. Картофель 4 штуки. Лук репчатый 3 штуки. Лук фиолетовый 1 штука. Лук порей 1 штука. Минтай филе 500 грамм. Морковь 1 штука. Перец черный молотый 1 щепотка. Петрушка свежая 2 веточки. Сливки 10% 200 мл. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Ингредиенты: вода, рыбное филе, белый репчатый лук, красный лук, порей, картофель, морковь, соль, перец, сливки. Шаг 2. Картофель очистить и нарезать небольшими кубиками. Выложить картофель в кастрюлю, объемом примерно 2 литра, залить водой и варить около 15 минут. Шаг 3. Тем временем нарезаем морковь и добавляем в кастрюлю к картофелю. Шаг 4. Нарезаем репчатый и красный лук небольшими кубиками. И тоже отправляем в кастрюлю к другим овощам. Шаг 5. Также подготовить рыбное филе, вымыть, обсушить и нарезать кусочками. Можно использовать любую белую морскую рыбу без косточек. У меня минтай. Шаг 6. После того, как лук покипел с остальными овощами около 5 минут, добавить кусочки рыбы. Шаг 7. И нарезать лук порей полукольцами. Итак, кладем последний лук в суп и даем провариться еще минут 10-15. Шаг 8. В конце добавляем сливки, рубленую зелень петрушки, у меня еще перышки шнит лука, и специи по вкусу. Варим еще 5 минут и выключаем. Даем супу настояться минут 15, накрыв кастрюлю крышкой. Шаг 9. И можно подавать. Шаг 10. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.